Здравствуйте, в студии Екатерина Дубровина. И в начале коротко о главном в выпуске программы «Новости Большого округа». В Пушкинском начали подготовку к общеобластному субботнику. Ко всемирному чемпионату по чтению вслух присоединились в Пушкинском. О традициях и быте народов России рассказали школьникам в Доме дружбы. Об этих и других событиях в информационной программе «Новости Большого округа». На оперативном совещании в администрации округа в рамках месячника благоустройства обсудили вопросы содержания территории. В Пушкинском уже идет подготовка к общеобластному субботнику, который запланирован на 27 апреля. В администрации округа состоялось оперативное совещание. Под председательством главы округа Пушкинский Максима Красноцветова обсудили месячник чистоты и благоустройства. Он стартовал 1 апреля в Московской области. В округе Пушкинский коммунальные службы уже приступили к весенней генеральной уборке общественных пространств и внутридомовых территорий. С начала месяца уже собрано более 500 кубических метров мусора. В рамках месячника благоустройства работники городских хозяйств проведут ямочный ремонт дорог, устранят дефекты на детских и спортивных площадках, приведут в порядок остановочные павильоны. Общеобластной субботник запланирован на 27 апреля, к которому могут присоединиться жители округа. Вот, я думаю, что это в любом случае будет три локации на территории городского округа: Красноармейск, Ивантеевка и Пушкино. И не обязательно, что это будут центральные парки. Безусловно, это должно быть хорошо, позитивно. Также на совещании заместитель главы округа Максим Прибытков доложил Максиму Красноцветову об итогах зимнего периода и переходе на летнее содержание территории этого и прошлого года. Вывезено более 300 тысяч кубических метров снега, что на 120 тысяч кубов больше, чем в прошлом году. Устранено 2800 ям, что на 1330 ям больше, чем в прошлом году. Отработано более 31 тысячи циклических заданий, на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Закрыто обращение на портале «Добродел» – 12364 обращения. Больше практически в два раза. На 6831 обращение отработали более. Алина Рогожина, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД отмечают в России сегодня, 17 апреля. Профессиональный праздник тех, кто посвятил свою жизнь защите общественной безопасности, учредили в нашей стране в 2010 году. Именно в этот день, 17 апреля 1991 года, был создан Российский совет ветеранов правоохранительных и внутренних войск. Сегодня ветераны организации принимают активное участие в жизни подразделения МВД, оказывают поддержку молодым сотрудникам, проводят консультации и семинары, а еще организуют спортивные и культурные мероприятия, встречи и экскурсии, проводят профилактическую работу среди несовершеннолетних. Коллектив нашего телеканала присоединяется к поздравлениям, благодарит за честный многолетний труд и желает здоровья, а также долгих лет жизни. Муниципальный этап всемирного чемпионата «Открой рот» провели в Центральной библиотеке Красноармейска. По правилам турнира, жители без подготовки должны с выражением прочесть вслух неизвестный им отрывок текста и показать свое мастерство и артистизм. Подробности далее. Это был тот самый ворон, с которым в первый день промысла говорил Дима. Крупный, со взгорбленной головой. Городской чемпионат по чтению вслух «Открой рот» прошел в Красноармейске. Участники без подготовки читали отрывки из произведений. Тексты были разделены на три раунда – современная русская проза, поэзия и современная зарубежная проза. Сразу после того, как участник закончил чтение, члены жюри выставляли свои оценки за технику и артистизм. Участники показали себя замечательно. У меня самые теплые впечатления. Получилось так, что я буквально два дня назад журил подобные конкурс, и мне есть с чем сравнивать, и я могу сказать, что наши участники не хуже московских, а где-то даже и лучше. Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» существует с 2011 года. В Красноармейске уже несколько лет поддерживают эту традицию. Каждый раз все проходит в теплой обстановке, участники подбадривают друг друга, а члены жюри сами выходят тоже прочитать незнакомый текст. Эх, как бы чего не вышло.
пришла. Улыбается старик на скамейке. Ему хорошо слышно, как бьется молодое сердце. Беги, лети выше, выше! В этом году среди членов жюри была поэтесса Мария Багаева. Женщина часто посещает различные мероприятия в городской библиотеке. Об этом месте она решила написать стихотворение. Я хожу в библиотеку, чтоб досуг свой скоротать. Здесь не надо ипотека, все за даром можно брать. И научат, и подскажут, книги новые дадут, фильмы разные покажут, про любовь и про войну. Результаты по итогам трех раундов суммировались. Три участника, набравшие больше всех баллов, вышли в финал и уже соревновались между собой. Победителем этого года стала Елена Сафронова. Я принимаю участие в этом конкурсе уже не в первый раз. Вот. Просто не хотела прервать эту классную традицию. И вот через несколько лет долгожданная победа. Победитель будет представлять Красноармейск на региональной конференции в Москве, которая пройдет в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа. С традициями и бытом народов России познакомились ученики Пушкинской первой школы. В Доме дружбы для них провели урок добрососедства. Много лет в городском округе Пушкинский функционирует удивительное объединение людей, увлеченное одной идеей – познакомить всех желающих с традиционными национальными духовными ценностями. Речь идет, конечно, о Доме дружбы. Это очень важно, это истоки, это культура, это очень важно для нашего многонационального округа. Такие как бы мероприятия Дом дружбы проводит регулярно, и только поддерживать хотим и можем, и стараемся. Татьяну Николаевну и ее коллег. Коллектив Дома дружбы проводит открытые уроки добрососедства для учеников школы округа с 1 по 11 классы. Ведь чтобы воспитать детей патриотами своей родины, их сначала нужно познакомить с национальными обычаями и традициями нашей необъятной страны. У нас ведь здесь присутствуют разные культуры, разные национальности. Если мы детям будем объяснять смысл этих традиций, культуры разных народов, они будут дружить. Учащиеся первой школы посетили Дом дружбы впервые. Первоклассникам провели обзорную экскурсию по 13 автономным гостиным. Основной темой встречи стала русская культура, традиционные костюмы и быт. А еще ребята сыграли в русские народные игры и угостились печеньем, которое сегодня символизировало русское хлебосолье. Такие уроки дружбы очень нужны, и дети с удовольствием сказали, что придут еще раз. Они необходимы нам для того, чтобы объединиться. Мы же живем все в России, хоть и разные народы, но мы рука об руку, друг с дружкой рядом живем. Такие уроки помогают понять, что мы все люди, и если мы будем дружить, всем будет хорошо. В преддверии христианского праздника в Доме дружбы стартовал пасхальный марафон. Каждый желающий может принять участие в мастер-классе по росписи яиц в разных техниках, а заодно узнать, как празднуют светлое Христово воскресенье разные народы России. Мы все время делаем акцент на то, что культуры разные, но они все равные. Нет культуры лучше или хуже. Они все прекрасны, но каждая по-своему. Мне кажется, что это очень правильное направление. И тем более сейчас мы как никогда должны сплотиться и быть вместе, быть единым таким сильным, мощным кулаком. Мне кажется, это то, что сейчас необходимо не только взрослым, но и детям. Никогда не делали глазки таким куколкам. Клали их в колыбельку и говорили, если что-то плохое приходит, то оно переходит не на ребенка, а на вот такую вот куколку, оберег. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа. О традициях не забывают и в Ивантеевке. Музыка, которая объединяет, и голоса, которые завораживают. Радуница в 19-й раз приняла гостей в ДК «Юбилейный». Какие песни звучали и кто выступал, расскажем в следующем сюжете. Знакомые музыкальные композиции снова звучат в Доме культуры «Юбилейный». Радуница уже в 19-й раз принимает здесь гостей. Я надеюсь, что сегодняшний фестиваль также порадует вас и зарядит ваши сердца той музыкой, которую артисты любят
дарить своим зрителям. Своим творчеством музыкальный коллектив радует слушателей уже почти полвека. В репертуаре самобытные русские народные песни различных областей России. На сцене и другие известные музыкальные составы. Например, детский коллектив русской песни «Веретено» и ансамбль народной песни «Отрада». На этом концертная программа не заканчивается. Благодарностями главы городского округа награждают руководители коллективов, которые сегодня приехали в Ивантеевку. Их вручает директор Центра культуры и искусств имени Кекушева Елена Новожилова. Радуница впервые принимает гостей без участия ее идейного вдохновителя и организатора праздника Виктора Владимировича Баки. 25 января этого года его не стало. Концертную программу проводит его сын. То, что он задумал, то, чем он жил, я надеюсь, что будет еще жить долго-долго. И эти песни, которые он обработал, написал, аранжировал, будут радовать наших зрителей. Владимир Владимирович не только был руководителем «Радуницы», но также являлся заслуженным работником России, профессором и лауреатом премии Минкульта «Душа России». В память о нем со сцены исполнили одно из его любимых произведений. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа. А в Пушкино звучали каверы и авторские песни. Межрегиональный открытый фестиваль «Звучит струна, поет душа» провели в джаз-клубе «Арт Ликор». А начиналось все в Центре детского творчества по инициативе педагога Юлии Мушкетовой. Кажется, что уютный зал арт-ликора уже не может вместить всех желающих. Ребята снуют с инструментами, кто распевается, кто репетирует, а кто-то просто ждет своей очереди. Сегодня количество участников, как всегда, превысило свой рекорд. И мне очень приятно, и приятно вдвойне, что авторская песня набирает популярность. И если на первом фестивале у нас было буквально 7 номеров, то сегодня 17 участников, и это не может не радовать. Фестиваль стал местом встречи друзей. Многие приходят исполнять свои песни не первый год подряд. Но есть и новички, которые ищут себя в творчестве. Ольга Шестакова, студентка эстрадного отделения училища имени Сергея Прокофьева, пробует свои силы. Я не первый раз нахожусь в этом заведении. Мне очень нравится атмосфера и организация. Вообще все чудесно. Поэтому не принять участие было бы обидно. Основная цель фестиваля – выявить талантливых авторов и исполнителей, чтобы они могли пообщаться с другими музыкантами, обменяться контактами, а в перспективе посещать концерты друг друга, делать совместные номера и творчески развиваться. А пока надо получить высший балл. Я всегда обращаю внимание на целостность композиции, да, это в первую очередь и приверженность жанру, да, если человек заявляет о какой-то своей жанровости определенной, да, мы оцениваем это, мы оцениваем, естественно, и текст, поскольку я поэт, я не могу мимо пройти текстов песен, для меня это крайне важно, поэтому будет оцениваться и это, но в том числе и музыкальная составляющая. Ни один участник не ушел без диплома и сладкого подарка. Также были призы от музыкальной школы из Хотьково и новая номинация – приз зрителей. Симпатий. Каждый слушатель мог отдать голос за полюбившегося исполнителя. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Еще один праздник отмечают сегодня, и это Международный день денег. Дают ли жители Ивантеевки друзьям в долг? Умеют ли копить и как вообще ведут свои финансы? Узнаете из нашего опроса. День денег – это особый день, посвященный финансовой грамотности, ценности денег и их правильному использованию. В связи с этим мы решили узнать у жителей Пушкинского их отношение к денежным средствам. Деньги все любят. А кто их не любит-то? Да, очень люблю. Деньги-то, в общем-то, всем нужны, даже если их любить или не любить. Ну, все любят.
получается. Без этого никак. Ну, как неизбежное зло, наверное, воспринимаю, как деньги люблю. Себя, наверное, больше люблю, чем деньги. Получается, копить? Копить? Да я их как-то и не коплю. Живу на них и все. Не знаю как. Надо поменьше поесть. И не так сладко. Вот это будешь копить. Ну, так себе не получается. Почему? Ну, не работаю. Не за что получать деньги. Да нет, в общем-то, не особо получается. Почему? Ну, как-то все это расходится на текущие расходы. В данный момент нет, потому что все подорожало, инфляция влияет на это. И все, как бы, на жизнь хватает. Что вы делаете, если вдруг ваши расходы превышают доходы? У меня есть дочка, она всегда поможет. Уйти в чму, вот когда надо. Ну, видимо, во-первых, включить режим экономии, самой такой общей фразой. А затем, ну, наверное, произвести, сейчас даже в программах во всех этих сберовских и прочих стоят приложения, где можно посмотреть свои затраты, посмотреть, куда, на чем можно сэкономить. Хотя это трудно. Ну, думаю, найти работу себе более хорошую, которую ты получишь больше зарплаты. Вторую работу искать, больше вариантов нет, наверное. Ну, как-то я вот не попадал, слава богу, в такую ситуацию. Ну, сложно сказать. Кредит брать – это не то. Кормить кого-то еще. Не знаю, что это. Наверное, над собой работать как-то, переквалифицироваться. В принципе, сейчас есть возможность заработать. Долг всегда даю. Возвращают? Всегда возвращают, но иногда не возвращают. Лучше бы так, когда хватало, тогда бы давало. Ну, когда как. Друзьям даем, потом возвращают. В долг надо, как говорят, есть такая поговорка, давать столько, сколько не жалко будет, если не отдадут. Но это как бы друзьям. А про всех остальных, ну, стараться, ну да, надо людей поддерживать, и я всегда даю. Берешь чужие, отдаешь свои, потом я говорю, как бы, ну, кормить процентщиков. Не люблю. Люблю сам брать в долг. Финансовый грамот сейчас у всех нормальных людей в достаточном уровне. Крипты не понимаем, так нормально, с деньгами дружим. И о погоде. Четверг, 18 апреля, выдастся прохладным, пасмурным и дождливым. Днем температура воздуха поднимется до плюс 9, к вечеру падет до плюс 6. Атмосферное давление по-прежнему чуть ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 90%. Ветер северо-восточный – до 5 метров в секунду. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях, во ВКонтакте, в Одноклассниках и на Дзене. Также регулярно обновляется и наш телеграм-канал «Новости Большого округа». И на этом у меня все на сегодня. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и хороших новостей.